Лев Толстой написал or написал. One of them means to piss. Oh my god. Лев Толстой. Oh my god, how do I say to write? He wrote. Он написал. Лев Толстой сделал что? Or написал. What if I say that Лев Толстой pissed his novel? Вы нервничаете. Oh my god. Нет, конечно. Нет, конечно. Конечно, нет. Всем привет, друзья! Меня зовут Мария, и добро пожаловать на мой канал Sound Like a Russian. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, чтобы не пропустить видео на разные-разные темы. Видео о фонетике русского языка, диалоги на русском языке с неносителем языка, а также прямые эфиры, где мы с вами вместе читаем русскую классику в оригинале. Включайте русские или английские субтитры, как вам удобно, и мы начинаем. Друзья, сегодня я хочу с вами поговорить на очень интересную тему. Записывайте, умное слово сегодняшнего дня – это омографы. Омографы – это слова, которые пишутся одинаково, а отличает их только ударение. То есть в одном слове ударение падает, например, на первый слог, а в другом слове ударение падает на третий слог. И это получаются вообще разные слова. Таких слов в русском языке много, очень много. В этом видео я назову для вас те, которые чаще всего встречаются в речи моих студентов, встречались в последнее время. И чаще всего, конечно, вызывают трудности, провоцируют ошибки. Давайте с вами начнем с тех слов, где ударение отличает разные грамматические категории, разные грамматические формы. Да, вот как вы прочитаете это слово. Его можно прочитать «дома», а можно прочитать «дома». В первом случае это будет значить где вы находитесь, например. Мама, я дома. Я где? Дома. А во втором случае это множественное число, именительный падеж. Какие красивые дома. Слово, слова. Так вы можете прочитать вот это слово. Но в первом случае это родительный падеж. Я не могу найти подходящего слова, чтобы описать, что у меня происходит внутри. А во втором случае слова – это множественное число, именительный падеж. Место, места – такая же ситуация. Нет свободного места. У нас есть места. Цвета. Цвета, то же самое. У меня нет любимого цвета. Какие сочные цвета! Таких слов, как вы понимаете, бесчисленное множество. А теперь самое интересное. Вот представьте, что вы изучаете русский язык, уже давно его изучаете, уже даже говорите на нем прилично. Ну и да, вы знаете, что ударение – это трудная тема в русском языке. Да, трудная. Вам преподаватели говорят, что ударение можно только запомнить. И вы уже привыкли к этой мысли. В начале своего изучения вы не обращали внимания на ударение, игнорировали его. Потом в какой-то момент начали запоминать усиленно. Потом устали от этого и снова махнули рукой. Ну и уже говорите, опираясь на свою языковую интуицию. И вот приходит момент, когда вам нужно сказать по-русски I pay. И вот вы думаете, так, вот это слово выглядит вот таким образом. Угу.
Но что я должен сказать? Я плачу или я плачу? Ведь и ту, и другую форму я слышал в своей жизни. Я даже употреблял и ту, и другую форму. Я точно знаю, что и так можно, и так можно. Но вы попросту забываете, какой же вариант вам нужен. И это абсолютно нормально. Вы же человек. Вы же человек, и у вас человеческая память. Это нормально, что вы забываете такие вещи. Очень легко их забыть. И очень сложно их запомнить на всю жизнь, чтобы потом никогда не перепутать. Я вам советую составлять для себя словарик. Прямо выписывать списком эти слова, обозначать там ударение, писать для себя перевод, пример. И иметь такую памятку где-нибудь рядышком с вами, чтобы каждый раз, когда вы путаетесь, забываете, посмотреть в эту памятку. Ну что, давайте начнем составлять такой список. Про плачу и плачу я сказала только что, да. Если я говорю плачу, это значит, что у меня текут слезы. Мне грустно, я плачу. Но я покупаю что-то, и я плачу. Про глаголы писать и писать я тоже уже не говорю. По-моему, это самый банальный пример, да, самый известный повод для мемов о русском языке. Да, но нет, на всякий случай давайте я все-таки упомяну. Писать – это значит писать буквы на листе, а писать – это то, что мы делаем в туалете. Следующая пара – белки и белки. Белки у нас с вами живут в лесу, мы их кормим орешками, а белки очень нужны организму. Понимаете, да, что будет, если сказать, белки очень нужны моему организму? Живодерство какое-то получается. Следующая пара. Хлопок и хлопок. Хлопок – это растение, из которого потом делают ткань натуральную такую, вот это, например, хлопок, а хлопок это вот это. Хлопок это громкий резкий звук. Духи, духи, духи это парфюм. Духи это души мертвых людей. Виски и виски. Виски – это напиток. Виски – это вот эти, вот эта часть нашей головы. У меня болят виски. У меня болят виски. Выпей виски, и все пройдет. Вот такой вот пример. Орган и орган. Тоже часто встречается, кстати, у студентов, когда они хотят сказать орган, а говорят орган. Орган – это часть человеческого организма. Например, сердце – это очень важный орган. Почки, печень, желудок – это все органы. Орган – это музыкальный инструмент. Мука и мука. Мука – это то, что мы можем купить в магазине. Вот недавно мы с вами ходили в магазин, я вам показывала, там была мука. Мука нам нужна для того, чтобы делать хлеб, делать пирожки, тортики. Вот это все мука. А мука – это тяжелое, неприятное чувство, испытание. Например, для меня мука – учить наизусть списки русских слов. Это просто мука. Следующее. Трусы и трусы. Трусы – это то, что мы с вами носим на нижней части нашего тела. Трусы – это не смелые люди, не храбрые люди. Люди, которые боятся. Следующая пара слов –
Очень часто встречается здесь ошибка, поэтому рядом с этой парой слов поставьте просто огромный восклицательный знак, жирный. Стоит и стоит. Сколько стоит? Сколько стоит этот чай? Это мы говорим о деньгах, о цене. Эта чашка стоит на столе. Следующие три пары слов отличаются от всех предыдущих тем, что слова в каждой паре пишутся все-таки немножко по-разному. Первая пара. Вовремя и во время. Вовремя – это значит в правильное время. Я всегда прихожу вовремя. Я всегда начинаю свои уроки вовремя. Это значит, я никогда не опаздываю. Во время требует какого-то продолжения. Во время урока нельзя пользоваться телефоном. Во время чего-то. Следующая пара слов – это кофе и кафе. Пишется по-разному, но нередко встречаю ошибку здесь. Если вы в слове кофе ставите ударение на последний слог, то у вас получается кафе. Кафе. Да? А это уже другое слово. Кафе – это место. Маленький ресторанчик. Кафе – это место, где вы можете купить кофе. И последняя пара слов на сегодня. Я об этой паре слов уже говорила в одном из своих видео. Еще раз повторю. Это слова «едем» и едим. Это два разных глагола. Первый глагол – это глагол ехать. Второй – это глагол есть. Мы едем в Москву. Мы едим суши. Если вы вспомнили какие-то еще омографы, что-то услышали, что-то заметили, напишите об этом в комментариях, поделитесь со всеми. Давайте дополнять этот список вместе. А отработать фонетику, потренировать, разобрать тонкости и детали и узнать более полную информацию не только о фонетике, но и о грамматике, лексике русского языка вы можете у меня на занятиях. Записаться ко мне на урок можно, оставив контакты на моем сайте. Всего вам доброго, мои дорогие зрители! Увидимся в следующем видео и пока-пока!